вечер, Юрий. Вот ваша красавица. Еще раз перед отправкой решил вам ее показать, прозвучать. Вот такой инструмент еще раз показываю. Очень хорошая эска. Все пайки на месте. Специально вам сыграл средний регистр. Ничего не звучит, потому что если что-то не то в валторне, то будет так звенеть, что и ноты не будет слышно. Вот. Ну, там у меня был видеообзор, я все показал. То есть компрессия высокая, когда вытаскиваете кроны, нажимаете, потому что компрессия большая и с трудом выходит. Вот, чтобы не насиловать лишний раз. Кроны, пайки нажимаете, когда вытаскиваете. Значит, там на фото видно, есть такая латочка красивая от очень известного московского мастера. Вот. Это что говорит, это что инструмент не просто там какой-то заброшенный, а все-таки за ним следили. Ну, собственно говоря, и, наверное, и все. Все, завтра высылаю. Желаю вам успехов, удачи. Так, муштук хотел показать вам. Но на фото все точно такой же, как я вчера присылал. Все, спасибо за внимание. Здоровья, счастья, успехов.